Здравствуйте, товарищ. Значит, я так понимаю, мы с вами знакомы. Да. И даже хорошо. Вот. Вы знаете, что меня зовут Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. Это мое ученое звание. А должность – профессор кафедры социальной философии и философии истории Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. У нас все меняется, мы остаемся на своих местах, а все меняется. И наша кафедра, которая была вот там, теперь внизу, номер 15. Так что если вам придется меня искать, то кафедра номер 15. Так, нам с вами предстоит изучать курс «Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования». Значит, то, что меня просил Александр Иванович прочитать этот курс, это, так сказать, не случайно. Я, прежде чем читать курс философии для конфликтологов, читал уже много лет для студентов третьего курса и для магистров второго курса, соответствующие курсы. Магистры слушают у меня курс «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Вот, а читаю я в связи с тем, что в своей общественной деятельности много участвовал в организации рабочего и профсоюзного движения и участвую, являюсь консультантом Российского комитета рабочих, являюсь консультантом правкома докеров морского порта Санкт-Петербурга и консультантом ЗАО «Первый контейнерный терминал». Вот как раз летом, когда у нас был отпуск, там проходили переговоры по коллективному договору, я в них участвовал, и надо сказать, что наши товарищи докеры на сей раз проиграли эти переговоры. Кроме того, мне вот пришлось летом этого года ездить в Приморье в связи с тем, что администрация Восточного порта потребовала возбуждения уголовного дела в отношении председателя правкома порта Восточный Тихонова Леонида Ивановича. Согласно Трудовому кодексу, администрация может направлять 1% или больше, в зависимости от того, как они договорятся с профсоюзом, средств на социально-культурные мероприятия и на физкультурно-оздоровительную, спортивно-оздоровительную работу. И вот эти деньги были использованы профсоюзной организацией. Тут вдруг администрация заявила, что эти деньги растрачены, и растрачены неправомерно, что это деньги наши, хотя деньги уже поступили на счет профсоюзной организации. И проверять теперь, как они истрачены, должна профсоюзная организация, ревизионная комиссия соответствующая, собрание трудового коллектива, профсоюзная конференция и так далее. Ну вот это мне приходилось на суде 19 июля этого года, на суде в городе Находка, а порт Восточный находится в поселке Врангель на берегу, значит, Тихого океана. Вот там приходилось мне вот это дело товарищу судье рассказывать. И задача у меня была очень сложная, потому что я выступал свидетелем, и он так поинтересовался, как вот можно быть свидетелем на таком расстоянии. И довольно ехидно. Ну вот я ему объяснил, что вот фонд рабочей академии, который я возглавляю как президент, он постоянно занимается этими делами и в курсе тех событий, которые происходят на профсоюзном фронте. И в том числе не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. В свое время, когда я работал в Институте повышения квалификации преподавателей. Потом он стал называться Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук -учебно-научный институт, гуманитарный институт Санкт-Петербургского государственного университета. Вот кто выговорит, тот зарплату получает. Вот мы там давали второе образование, в том числе юридическое и экономическое. Я работал на кафедре экономики и права и был руководителем дипломной работы по юриспруденции, руководителя службы по разрешению коллективных
трудовых споров северо-западной Котлобаева Валерия Ивановича. И был трудовым арбитром при разрешении коллективных трудовых споров в порту по назначению этой самой, по рекомендации этой службы. Вот, так что у нас задача будет с вами не только теоретическая, но в известной мере и практическая. То есть связанная с рассмотрением реальных конфликтов, реальной действительности, которые касаются, конечно, всех. Потому что кто не занимается трудовыми отношениями, кто в них не включен? Тот, кто учится, или больной, или инвалид. Пока вот здесь присутствие еще не находится в трудовых отношениях, это учеба, это еще не труд. Хотя учиться трудно, и даже очень. Но с точки зрения, так сказать, понятия, это другая категория. Мы на этом сегодня остановимся. У нас будет сегодня рассмотрение понятия труда. Ну вот, а нам с вами предстоит провести вместе этот семестр. Вот он, я так понимаю, заканчивается у нас зачетом. Так, значит, вопросы к зачету есть на диске у меня и программа. Кто староста? А? Нет? Староста, вы. Вот я вам доверяю распределить, пользуясь своей властью, вашей. Пять штук. И так, чтобы другие переписали или переслали им по электронной почте, у всех это было. То есть будем считать, что у вас у всех находятся вопросы для зачета. И вы уже знаете, как надо сдавать зачет. Да, пожалуйста. Вот и Маша, которая всегда оживляет наши занятия. Вот. И теперь мы с ней будем конфликтовать. Так, мы с ней философствовали, а сейчас будем конфликтовать. И вот прежде чем начать, собственно, первую лекцию, мы ведь начинаем новый курс, поэтому нам надо некоторые общие вопросы решить. А общие вопросы такие. Вот кто здесь присутствует? Я представился. Вот вы кто? Как бы вы сказали? Нет, это вы фамилия, имя, отчество. А вот кто вы? Студент. Что студент? Конфликтолог будущий. А вы на каком, в каком институте сейчас учитесь? А? Нет. В институте философии. Так вы кто по специальности? Конфликтолог. А в институте, а что-то, идите в конфликтологический институт. Какая же может быть конфликтология и философия? Да, раз. Так что это, философия прилагательная или конфликтология прилагательная? Мне кажется, они просто взаимосвязаны. Ну, факультет у нас конфликтологический или философский? Факультет философский. Ну, значит, мы кто с вами? Философ. Вот, это первое. Значит, мы с вами философы. Это очень важно понять. Почему это важно понять? Это важно понять, потому что это нас всех объединяет. Потому что у нас есть тут и прикладная этика, и чего только нету. И, так сказать, еврейская и немецкая культура, итальянская культура у культурологов, музейное дело и так далее. Это нас скорее отличает. А что нас всех объединяет? Вот тех, кто учится или преподает в институте философии, то, что мы все философы. А что такое философия? Кто скажет? Вот Маша скажет. Философия что такое? Не хотите сказать? Так я хочу с вами поконфликтовать, а вы уклоняетесь. Ну вот. Ну вот. Что ж такое философия? Что изучает философия, как вы считаете? Кто скажет? По идее, это все должны знать, да? Философия изучает все. Нет. Не все она изучает. Вообще ни одна наука все не изучает. Да и все не изучишь, как говорится. Да. Да, философия – это наука. Но у вас не наука, а у нас наука. То есть, если кто-то просто вот что-то рассуждает и думает, что это философия, это не философия. Поэтому я и спрашиваю. У каждой науки есть предмет. Что изучает философия? Вот если у нее есть предмет, она наука. А вы что такое наука знаете? Что такое? Сказать? Я вам скажу. Наука, если вот вы просто что-то хорошее знаете, вот это знаете, вот это знаете, вот это знаете, вот это знаете, вы кто? Ну, знахарь. Знахарь, он же много знает, да? Если вот эту травку попить, если вот это болит, вот эту травку попить, если вот это болит.
То есть набор полезных всяких сведений, знаний является наукой? Наука, говорит Гегель, это система знаний или знания, приведенные в систему. То есть если вот удалось привести в систему все эти знания, когда одно из другого вытекает, и начало есть неразвитый результат, а результат есть развернутое начало, то это наука. Вот, скажем, в работе «Наука логики» вы имеете пример такого развертывания, такой системы знаний о логике. Да. Михаил Васильевич, а бухгалтерское дело – это наука? Бухгалтерское дело – это очень полезное знание. Но это же система. Пока там системы особенно не наблюдать. Поэтому, как вы видите, все время новые и новые идут формы, правила вечно. И эти новые правила нужны для того, чтобы посылать людей на курсы, брать с них деньги. Брать деньги за перевод на компьютеры эту всей бухгалтерии, еще брать деньги за это дело и так далее. Так что это пока не наука. И медицина пока не наука, но по другой причине. Потому что медицина настолько сложный предмет, что не удалось пока создать такую систему знаний, в которой бы все было, так сказать, вот, представлено как в едином целом, а очень много разработано разных проблем, разных аспектов и так далее. Но, особенно вот в связи с тем, что надо учесть все эти генетические вопросы, так, которые основываются на последних данных биологии, поэтому, так сказать, медицина со своей сложности не в первую очередь становится наукой. Это, так сказать, такая большая проблема. А вот математика в этом смысле более простая наука. Она имеет систему знаний. Например, а если возьмете такой раздел математики, как математическая физика, там нет никакой системы, там отдельные задачи, вот их отдельно невозможно запомнить и трудно сдать. Так. Так вот, что является предметом науки философии? Может, вопросы бытия? А? Вопросы бытия. Вот там вот есть кафедра, вот там туда пойдете по коридору, и увидите, кафедра онтологии и теории познания. Онтология – это учение о бытии. Вот то, что вы сказали, это называется онтология. Логос – это знание, онто – это вот бытие. Наука о бытии. А чего только бытие? А сущность не хотите проникнуть в сущность, нет? Явление хотите? Ну, значит, это уже не бытие. Это уже больше и дальше. А действительное вас не интересует? А явление, а законы? Мне приходилось вот на конференциях по онтологии выступать. Это довольно интересно, потому что, так сказать, такая там концентрация вокруг именно бытия. Ведь бытие и в сфере сущности проявляет себя, и в сфере понятия, и оно, и существование тоже бытие. Вы бы сейчас есть или существуете? Видите разницу, нет? Тут есть разница. Вот Бог есть? Есть. Правильно, Маша. Вот в разговоре у нас уже, я сказал, значит, в разговоре есть уже? Есть. А где есть, когда есть, в каком смысле есть? Это второй вопрос. Уж точно то, что он есть, в смысле того, что он является, обладает таким вот, такой характеристикой, можно сказать, как бытие. Скажем, даже как культурной реальностью определенной тоже есть. Если он есть в душах некоторых людей. И что? Поэтому и говорят, там не надо им плевать в души, вы там развиваете свою науку, но не надо на них так наступать, чтобы, так сказать, их преследовать. Правильно? Так. Так вот, философия. Философия изучает не все, как некоторые думают. Да? Поскольку Козьма Прутков еще объяснил, что нельзя объять необъятного. Потом он проходит несколько страниц и снова, это коллективный автор, как известно, Козьма Прутков, и снова пишет, нельзя объять необъятное. Потом еще через несколько страниц, нельзя объять необъятного. Да. Михаил Васильевич, а философия делает то, что нельзя, или то, что нельзя? Что? Громче скажите. Философия делает то, что нельзя делать, или то, что нельзя, она тоже? Философия вообще ничего не делает. Философия, она изучает. Философия не сама изучает, мы изучаем как философы. Поэтому я и спрашиваю, если есть тут философы, будем изучать. Если нет философов, то и философии нет. Значит, философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. О наиболее общих законах природы, общества и мышления. Я так понимаю, вы философию уже сдали, поэтому самое время и запомнить, что это такое, да?
А что значит о наиболее общих? Это вот иногда представляет так, соотношение между общим, особенным и единичным таким образом. Общее – это то, что у нас вот абстрагируемся от всего того, что, так сказать, присуще отдельным субъектам или отдельным родам, и берем только то, что есть у всех. И получается всеобщее. И получается довольно тощая абстракция. Правильно? Особенно это, скажем, вот то, что характерно для этой половины, это особенное, а для этой половины это не характерно. Тут вот все, с кем Маша не сидит, а там все те, с кем Маша сидит. Вот, видите, особенность такая. А единичное, это самое вроде богатое, вот вы же человек, человек, значит, человек раз, там женщина два, студентка три, гражданка четыре, житель Петербурга пять, и далее, 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 далее. Все можно говорить, 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 говорить. И каждый человек уникален. Нет такого человека, который бы там, сказать, во всем совпадал с другими. И вот как происходит это абстрагирование в философии? Как получается общее? Общее получается не так, что все просто отбрасывается, выкидывается, а для того, чтобы абстрагирование состоит в отрицании. Некоторые думают, что отрицание отрезает, так сказать, отбрасывает то, что отрицается. Вот если я сейчас буду вас отрицать, вам подойду, буду от вас отталкиваться. Все видят, что я к нему притронулся. Теперь от вас буду отталкиваться. Но чтобы мне от вас оттолкнуться, мне нужно к вам прикоснуться. И это означает, это что означает? Это означает, что если происходит абстрагирование, скажем, я не согласен с Машей, значит, у меня в моем высказывании содержится кто? Маша. Только она, так сказать, не в положительной форме, а в отрицательной форме, но присутствует. Присутствует. И поэтому во всеобщем присутствует все то, от чего оно абстрагировано. Но просто не в неявной такой форме. Если за эту ниточку потянуть, то вытягивается и особенное, и единичное вытягивается. Потому что если мы рассматриваем человека, это не значит, что есть какой-то абстрактный человек. А человек, все вот мы люди. Со всем богатством составляющих, все мы люди. И каждый поэтому в это понятие входит. Поэтому всеобщее, пишет Гегель, учение о понятии – это целокупность. Это не абстракция такая вот тощая, а это целокупность. Другое дело, что это вот на первый взгляд представляется просто вот таким отрицанием, отвержением всего. А на самом деле можно соединяться либо положительно, либо отрицательно. Я вот могу его взять и потянуть к себе. Это один вариант. Видели, мы прикоснулись друг к другу. А вот теперь другой вариант. Я его отталкиваю, и опять мы прикоснулись. Всякая борьба, даже вот кулачный бой. Если это кулачный бой, не состоит в том, чтобы, так сказать, один, так сказать, ударил другого, то есть прикоснулся к нему, его просто нет, правда? Хотя есть там, показывают, демонстрируют какие-то приемы, но бесконтактные, да? Но это и не бой, как говорится. Я бесконтактной борьбы не боюсь. Да. А можно образить бесконтактно? Вот смотрите, я говорю, я полностью не согласна со всем, что говорил Гегель, и со всем, что говорил Маркс. Да, и вы, значит, вспомнили кого? И того, и другого. И того, и другого. То есть, вот если вы будете часто это говорить, это понимают некоторые люди, которые сейчас выборы проводят. Вот, неважно, вы будете за меня, против меня, главное, чтобы моя фамилия все время звучала. А ваша фамилия не звучит нигде. И никто и вас никогда не выберет. А все знают, Попов, 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 вот понятно, да? А против Попова, за, это не важно. Все специалисты по выбору знают, давайте, против, выступайте. Вот такая же картина получилась вот с фигурой Сталина, вот если вы помните. С одной стороны, значит, первая была такая волна, он пользовался глубочайшим уважением и любовью в народе до 1953-1956 года. В 1956 году на съезде, на 20-м, Хрущев выступил с докладом, который не был запланирован, и, сказать, о преодолении последствия культа личности Сталина. И как это ни странно, все те люди, которые его до этого хвалили, единогласно на съезде, это можно проверить по стенограмме, у меня дома есть стенограмма 20-го съезда, приняли такое постановление о преодолении. Что это означало? И, так сказать, это означало, так сказать, отказ от тех, скажем, идей, которые, собственно, сталинскими-то и не являются. Они ленинскими являются, и они связаны вообще с развитием социализма, с внедрением практики. Затем на 22-м съезде выкинуто было уже главное в ленинизме, что было, это учение о диктатуре пролетариата, и началась, так сказать, кампания выступлений против Сталина. И чем больше было выступлений против Сталина, тем больше народ к нему прислушивался. Я должен сказать, что вот я
Ленина прочитал всего, а Сталин у меня долго лежал дома, я его не читал. Потом, наконец, мне тоже захотелось узнать, что там, в чем обвиняется человек, что за человек. Короче говоря, на сегодняшний день мы знаем, что в общественном мнении в СССР и в России фигура Сталина – это фигура номер один или два. Вот так, по факту. По факту, по всем опросам. У вас вопрос есть? Михаил Васильевич, а скажите, а стенограмма не классифицируется? Что? Стенограмма. Стенограммы теоретически могут классифицироваться, но это вообще большая редкость. Потому что вот когда стенограмма делается, вот если ваше выступление записывается, вы потом подписываете, вот то, что вы какую-то там, может быть, неудачную такую фразу сказали, вы еще ее поправите и подпишете. А можно легко поделать. Ваше это легко поделать, да. Поэтому я думаю, что у тебя такая теоретическая возможность есть, но таких фактов почти нет. Почти нет, потому что это как бы не стенограмма, не находится в русле вот такой острой борьбы. Чаще их просто не читают. Читают постановления. Например, есть такое издание КПСС, постановление съездов и пленумов ЦК. Вот ее читают. А как это к этим постановлениям пришли? То есть сам путь, сама дорога, там вот вы были за одно, я за другое, вы за третье, а он за четвертое, а она предложила, и все проголосовали за то, что она предложила. Вот это вот, весь эта дорога. То есть истина берется в отрыве от пути к этой истине, а поэтому это не истинные вообще познания. Поэтому человек, который читает только вершки, то есть только постановления, он никогда не поймет, что происходило, какая шла борьба, и он не видит вот этой динамики жизни и истории. Есть такое издание интересное, которое, может, вы не знаете, значит, называется «12 томов. Биохроника Ленина». Это, значит, 12 томов, в которых расписано, что делал Ленин когда, по минутам. Вот как такое можно было тогда писать? Вот сейчас записывается то, что вы говорите. Сейчас-то записывается, вот сидят люди и не скрывают. Потому что сейчас можно и скрыть, поэтому записывает нас, не записывает вот это. Вы же не знаете. Я считаю, что нас сюда все записывают. Считайте, что вы находитесь на веранде, пьете чай, и все видят, как вы пьете чай. Поэтому надо, я думаю, не ходите, не бояться, что ваши персональные кто-нибудь узнает, а понимать, что ваши данные все знают. И не в этом вопрос. Все дело в том, что вы сделаете в жизни. Вот что вы сделаете, то и запишут. Как вы думаете, кому бесконечно обязаны мы, особенно Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, что появилась биохроника Ленина? Царской охранки. Она следила и записывала, что куда пошел, с кем говорил, куда вышел, что принес. И так далее. И так расписано с интервалом 10-15 минут. 12 томов биохроник. Страницы жизни. Так, вот мы, значит, разобрались в том, что вот изучение общего – это не изучение того, что оторвано от особенного и конкретного. И поскольку общее получается только от конкретного и особенного, и в связи с ними, и это не отдельная такая абсолютная абстракция, это некая целокупность, то есть там за рамками как бы включается туда и особенно единичное. Поэтому, когда мы говорим, что философия изучает всеобщее, это значит, что мы подчеркиваем, что она изучает самое крупное и самое важное. Из этого не следует, что это самое крупное и самое важное, может быть, действительно. Вот если, скажем, мозг и сердце самое важное для человека, то это не значит, что надо вырезать мозг и сердце и положить на тарелку и сказать, вот это самое важное, а это все ненужное, и выбросить. То есть оно самое важное только при условии, что оно неразрывно связано со всем остальным. Поэтому как раз вот первая такая мысль, которую проводит философия, что вот все неразрывно, вся материя неразрывна. Вот что значит ваша рука? Где вот кончается ваша рука? Вот как вы скажете? Ведь рука, а у вас живая рука? Пока она живая, значит, кровь, которая идет по вашей руке, попадает венозное в сердце, а артериальное и сердце в руку, причем до самого, до мизинчиков доходит, до, так сказать, вообще капилляры поступают. Как можно где-то поставить какую-то планочку и сказать, это вот рука, а дальше не рука? Никак. А нервное окончание из руки, куда? Вот когда я шевелю пальцами, это... Что шевелит пальцами? Голова. Поэтому как можно руку живую, ну, если она не живая, тогда может стать, вот чья рука после аварии? Там, вот, встать такой вопрос. Сейчас так вопрос не стоит.
Поэтому некоторые мои товарищи спрашивают, вот есть собственность у вас на собственную голову? А? Ну вот видите, товарищ сомневается, наверное, есть, говорит. Что, зачем вам собственность на голову? Она и так ваша. Собственность вам зачем? Собственность нужна только на то, что не является вашим природным образом. Вот это вот, ваше не является природным образом. Это я забрал, и сейчас я владелец. Что такое владение? Это фактическое господство над вещью. Я хочу в футбол играю, хочу выбрасываю и так далее. А потом вы будете гоняться, доказывать, что я плохой преподаватель, что я... Это все потом будет. А сейчас вот, сейчас я, вот владение, это фактическое обладание над вещью. А поскольку это ваше, как вы считаете, ну позовите ее, пусть придет к вам. Это же не жучки, это жучки, или кс-кс-кс, ну позовите там, как вы ее позовите, что она выпрыгнет у меня и к вам побежит. А голова ваша неотъемлемая, поэтому никакого смысла нету в такой категории, которая бы вашу голову еще считала специально своей, она и так ваша. А вот все остальное, вот это вот, чтобы стало вашим, надо, чтобы вот ваше владение было закреплено. А вы уверены, что это? У вас есть вообще это? Чек на это дело? Есть? Вы не потеряли? Да мы уже забрали ваш чек, и вы сожгли. Вот и что дальше? А как вы докажете? То есть все зависит от нас. Вот если мы все дружно скажем, что это вы у меня забрали. У меня-то так точно такая хорошая вещь была. А у вас откуда деньги на такую? Только мы договоримся все. Вы будете ходить? Куда вы будете писать? Ректору? Он скажет, а все скажут, ну вы что? Что вы говорите? Если все вместе договорятся, то эта вещь перестанет быть моей. Да, фактически перестанет. То есть собственность, она ваша, пока вы ее держите. Потом отнимут, скажем, отдайте не вашу вещь. И вообще, как вот вы думаете, собственность в Америке была? Приехали туда люди из Европы, очертили себе участок в прериях. Вот вы зашли, вас застрелили из кольта. Не заходите больше на мой участок, и все. А как? Вот так и все. Вот он больше не заходит. И другие не заходят, потому что не хотят такой же участи. И все. И постепенно сложились отношения, что это вот мой участок. А что значит мой? Он что, так привязан ко мне? Уже это сложились такие общественные отношения, когда это закреплено. Поэтому вот, общественное закрепление является здесь очень важным. И вот мы должны понять, что философия с этой точки зрения не является какой-то отдельной наукой, которая выпала и рядом с другими царит. И она только царит в том смысле, что как вот царь никто и ничто, если, так сказать, берется без царства. Правильно? То есть, если взять царство, так сказать, наук, то, конечно, в этом смысле можно сказать, что философия – это царица наук в том смысле, что она общими вопросами занимается, всеобщими. Но она ничто без, так сказать, всех остальных наук. И в этом смысле какое соотношение между философией и конфликтологией? Вот Маша знает. Конфликтология по отношению к философии что? Честно. А? Честно. Ну так вот это преуменьшили, это прикладная философия. То есть вы прилагаете философию к области разрешения конфликтов. Но философию можно прилагать к разным же предметам, к разным объектам. Вот если вы прилагаете философию к этике, будет прикладная этика. Если прилагаете к культуре, получается культурология. Если вы прилагаете там к искусству, у вас вот там музейное дело. Я вот к музейщикам пришел, тоже спрашиваю, что такое музей? Вот я всегда спрашиваю, когда прихожу к студентам, что такое музей? Они сидят. Вот вы знаете, что такое музей? Маша, вот она руку тянет, ведь не знает, что такое музей. Скажите. Хранилище. Это склад. Тоже мне. Не принижайте, пожалуйста, наших коллег. Музей что такое? Хранилище. У меня дома чемодан есть, там всякое барахло. Это тоже музей. О, это у вас барахло, музей, а у меня нет. Я иду в Эрмитаж. Музей что такое? Там главное то, что показывает выставка, то есть то, что все эти вещи. Это называется тепло. Знаете, как теплее. Вот, а что такое музей как-то? Ну вот сидят люди тоже, то, третий курс там, или первый. Они пришли, и мы, говорит, по призванию пришли. Ну, вы знаете, куда пришли? Чего вы пришли? Может, это какая-то дрянь, а вы сюда пришли. Что такое музей? Мне говорят. И это причем общий случай. Вот я говорю, что люди больше ошибок делают в самом общем. Потому что музейщики не знают. Я говорю, можно я вам скажу? Ну, вот скажите, музей – это такое учреждение общественное, а не склад.
учреждение, которое, а, сохраняет историко-культурное наследие, б, изучает, и в, пропагандирует, то, что вы хотели сказать. То есть вы уже зацепились, уже потянули. И пропагандируют. Вот и все. Понятно, что такое музей? Значит, это серьезное дело. Как сохранять? Надо всю историю знать. Не просто же черепки, набрать черепков в чемодан, как археологи делают. Но археологи делают не сами по себе, они ведь это делают для того, чтобы воссоздать, так сказать, живую жизнь, или как живую жизнь воссоздать прежних поколений. А зачем это делают? К историкам вот приходишь, спрашиваешь, что такое история? Я вот до сегодняшнего, до этого года преподавал у историков пятого курса философии истории. С этого года этого курса нет по одной простой причине. Нет уже пятого курса. Историков перевели на бакалавриат, и они, так сказать, не зная, уходят уже. Вот вам диплом, и идите. А бакалавры отличаются от специалистов по трем параметрам. А. Не могут поступать в аспирантуру, не могут преподавать в ВУЗе. И если они работают в государственном органе, у них в подчинении должно быть больше одного человека, как нам разъясняли. Так что это здорово придумали, так сказать. Это, так сказать, подрезанные такие специалисты, не вполне полные, цельные. Я перезвоню, у меня лекция. Ну вот, поэтому. Вот я их спрашиваю, товарищи историки, что такое история? Картина вот. Что такое история? Ну что вы изучаете? Мы изучаем то, что было. Понял, говорю. Вы изучаете то, чего нет. Вот вы все это изучите, придете, закончили университет, придете на работу. Приходите, говорите, я хочу у вас работать. Вы спрашиваете, а что вы умеете делать? Я изучил то, чего нет. Красота. Вам такие нужны специалисты, которые знают то, чего нет. Я говорю, хотите, я вам объясню, что вы изучаете? Ну, хотя берут ручку и говорят, ну, да, объясните. Вы изучаете современность как результат предшествующего развития человечества. Все? Все понятно. То есть философия, она наука о всеобщем, о самом главном. И, так сказать, это не значит, что если вы будете изучать философию, то вы не будете делать ошибок. Потому что таких людей, которые не делают ошибок, вообще нет. И настолько много делается ошибок, вот я, скажем, главный редактор российской общественно-политической газеты «Народная правда». Я не видел ни одного номера, чтобы вот он вышел, и там бы не было ошибок. И я это все подписываю, что в печать. Причем однажды такие ошибки были, просто писали про зарплату, что вот доки, авиадиспетчеры установили себе зарплату от 40 до 250 тысяч в результате длительной борьбы. Они боролись и голодовками, и прочими действиями. А потом открываем, и там «усыновили» зарплату написано. А в чем ошибка? Надо было написать «удочерили», наверное. Так вот, поэтому, когда мы говорим, вот, поэтому я бы на вопрос о том, кто вот мы, то есть кто вы и кто я, вот в данном случае, вот мы с вами, занимаясь конфликтологией, мы люди, которые, так сказать, являемся прикладными философами в данном виде. В данном варианте, то есть мы прилагаем философию к известной области, потому что никакой отдельной методологии, так сказать, чисто конфликтологической нету. Вот у нас не случайно наш факультет назывался совсем недавно, вы еще, наверное, как философия и политология. Потом он тут, значит, политология отшикрыжилась, уехала в Смольный и пытается проникнуть к власти с задней стороны, там, со стороны собора. Вот, я там у них преподавал. Ну, надо сказать, что они там далеко оторвались от философии. Они не понимают, так сказать, что есть основа, и поэтому с ним будет трудно у них даже и преподавать. Потому что у них никакой политологической, так сказать, особой методологии нету, а поскольку они философскую методологию не берут, они, так сказать, вечно там горят. И в этом смысле, конечно, вот это чувствуется, отрыв. Поэтому надо вот это усвоить. То есть человек является хорошим конфликтологом, если он является хорошим философом. Почему? Потому что нет такой ситуации, которую вы изучили в ВУЗе. Вот как бы мы с вами все, что с вами будем изучать, в жизни вы столкнетесь с конфликтом, который чем-то отличается. Правильно? То есть точно такого не будет. То есть мы хотим, не хотим, а мы изучаем другие конкретные. А если мы изучаем просто другие конкретные, а не всеобщие, то мы вообще никакого рецепта для решения вот другого конкретного не имеем. Вот это был такой случай, это такой.
а этот другой, и мы ничего не можем с вами сказать. Поэтому мы должны хоть общие какие-то подходы, но иметь и выработать их на базе тех конкретных уже случаев, ситуаций, которые есть. То есть мы, в отличие от философов, просто представляем собой некое более сложное образование. Конфликтолог, это если он прикладной философ, так для практики нужно больше знать, лучше знать философию. Если мне не надо ее нигде применять, то это никто и не заметит, что я философ, что у меня ошибки есть. А если я должен это применять, так у меня должно быть что-то добротное, правильно? Иначе я сделаю какие-то ляпсусы в практической работе. Еще у вас вопрос или заявление? Социальных наук? А вы социо знаете, что такое социо? Нет. Не знаете? Социо, знаешь, что социо? Я хотел сказать, что такое. Сегодня у меня тоже это, поскольку у нас название нашего курса, как? Вот даю. Вот, есть люди, которые у нас память имеют. Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования. Поэтому первый вопрос, который мы должны рассмотреть, как раз тот, который вы вот и задали. Это говорит о вашей прозорливости, Маша. Вы прямо вот, может быть, я подумаю, что я специально с вами договорился, чтобы вы так в нужный момент такой вопрос задавали. А я и отказываться не буду. Да, вот мы договорились, да, так и будет. То есть, что такое социум? Что такое социальный? Кто-нибудь скажет? Вот Маша отказалась сразу. Я, говорит, уже поставил вопрос, а что вы от меня все хотите? Это уже немало. Поставить вопрос, правда? Пусть другие решают. Что такое социум? Социальный. Общественные. А что такое общество? Вот вы знаете, что такое общество? Вот вы, мы же общественной наукой с вами занимаемся. А общество что такое? Это все люди в совокупности. Что? Все люди в совокупности. Все люди в совокупности – это будут люди, толпа. Большая-большая толпа, все люди в совокупности. Вот, скажем, все люди, проживающие в данной местности, будет население. Население Санкт-Петербурга. Все люди в совокупности, которые являются, так сказать, которые живут в России, население России или граждане России, да? Если уже брать, что их другой аспект, что их государство защищает. Поэтому, если возьмете просто всех людей, не получится общество. Это примерно, как я бы про вас рассказал. Это руки, ноги, голова, там глаза, волосы. Вас устраивает такое? Нет, и в обществе тоже не надо так представлять, что это просто люди, взятые россыпью такой. Вы собрали всех людей. Их как складировать? Живыми? Да. Другой вообще. А может это те люди, которые находятся на стыке власти и народа, вот это выше. А есть стык власти и народа? Да. Стык. И там что все время что-то. Там что-то не в порядке, да? На стыке только не в порядке. Или власть. А власть не давит, а более широко, на всех? Нет. Нет? Только на стыке? По-моему, все ощущают действие власти. Это вы не ощущаете? Нет. Не ощущаете? Вот у нас государственный университет, слышали? Государственный. Государство – это машина насилия, будете плохо заниматься, не получите зачета, выгоним из университета. А машина насилия – это там, вы сами говорите? Это насилие, самое что ни на есть. Это танк. А? Танк. Танк. Ну, если с вами не справиться без танка, то и танки придут. Так бывало. Не волнуйтесь. Танки у нас в резерве. У нас, знаете, как внутренние войска есть? Это для кого? Для вас. Ну, так вот. Внутренние войска. Это не те, которые защищают нашу страну, а на всякий случай. Вот начнут-то, вы слишком много вопросов задаете. Сейчас придут люди и скажут, кто тут у вас много вопросов задает? А, Маша. Ну, пока в этом нет необходимости. Я тут являюсь представителем государства или нет? Нет. Как нет? Это вы не являетесь представителем. Это вы против государства, а я государственный профессор. Государственный. Мне звание профессора дал Высшая аттестационная комиссия правительства Российской Федерации. Вот если я куда-то еду, мне печать, знаете, какую стоит? Там написано печать правительства Российской Федерации. А вы какое отношение к правительству имеете? А вы правительству зачет не сдали? Ну, Маша, держите. Как это я могу быть против власти? Как можно быть против власти, когда власть разная бывает? Это вроде того, как вы... Есть одна власть, есть другая. Что значит против власти? Так не бывает. Против власти знаете кто? Анархисты. Нет, это вот больше на вас похоже. Вот вы больше похожи на анархистку. И так вам не так, и так не так. Так, ну ладно.
Значит, что такое общество? Так я вот это, мы специально дали время товарищам, чтобы они подумали и сказали, что такое общество? И... Вот. Это люди, взятые вместе с их отношениями. Ну, это люди. Вот просто начало было у вас правильное такое, доброе. Ну, да, но если на этом остановиться... Люди, взятые вместе с их отношениями. И тогда это уже общество. Вот тогда это общество. Люди вместе с их отношениями. Поэтому, когда изучает общество, нельзя просто изучать людей. Вот, скажем, если я вас бы изучал, что должен был бы сделать? Изучить вас саму по себе. Ну, для этого надо вот, так сказать, изучать вас просто больше биологически, наверное. Потом изучить, как вы влияете на остальных, на меня, на соседей, там, на своих товарищей. Да? Это важно для понимания того, кто вы есть. А еще надо изучить, как все остальные влияют на вас. Правда? Вот на Машу я пытаюсь все время повлиять, а она не поддается. Это разве не важно для понимания того, кто такая Маша? Что вот есть такой профессор, который ничего не может с ней сделать. Это очень так. Это вроде как о ней говорит, с одной стороны хорошо, а с другой стороны не так-то уж и хорошо. Потому что если бы он что-нибудь дурное такое говорил, тогда это было бы хорошо. А если не только дурное, то это не так уж и хорошо. Это есть такая сказка украинская, как один другому рассказывает, что он... Как у него дела? Говорит, ну как дела? Да, говорит, плохо. А что? Да, с мельницы упал. О, это плохо. Да не так-то и плохо. А что? Да мешок орехов нашел. О, это хорошо. Да не так-то и хорошо. А что? Орехи гнилые. О, это плохо. Да не так-то и плохо. А что? А вот свинью откормил. Так это хорошо. Да не так-то и хорошо. А что? Да волк свинью съел. Вот такая сказка. Вот такая сказка. Так, значит, общество, мы знаем теперь, что такое. А нам же нужно расшифровать сначала название курса, правда? Социальные, трудовые. Если мы не знаем, что такое общество, как мы можем здесь сидеть? Неприлично нам тут сидеть в университете на третьем курсе, если мы не знаем, что такое общество. Или как бы считается, что знаем, но не можем сформулировать. А знаете, что такое понять? С точки зрения логики. Понять – это выразить в понятиях. Пока... Если я не могу выразить в понятиях, то есть я не могу передать другим людям, то есть я это, значит, понимаю не на человеческом уровне, а на собачьем. То есть я вот смотрю на вас преданно, хочу вот вам глазами передать, а вы не понимаете. Вот понять, значит, если я сумел выразить в понятиях, то я это понял. Поэтому это очень важно правильно сформулировать в словах, потому что мысль, пишет Гегель, проявляется прежде всего в языке. Никаких мыслей вне языка не бывает. Чувства бывают. Вот вы можете пойти на концерт классической музыки и будете потрясены. Мысли у каждого будут свои, правда? Совершенно не подразумевает художественное произведение, чтобы мысли были тут одинаковые. А вот если речь идет о науке, о постижении в понятиях, то здесь, при такой форме постижения мира, здесь понять, значит, выразить в понятиях. Пока не выразил в понятиях, не понял. Поэтому мы вот над этим бьемся, и даже несмотря на то, что у нас не так уж и много времени, а всего полгода, но тем не менее мы будем тратить время на то, чтобы разбираться в понятиях, потому что в них мы разбираемся не на ближайший год, а на всю нашу жизнь. Вот вы должны знать общество, это не до следующего экзамена, правда? А навсегда. Вы будете сдавать экзамен или держать? Сдавать. А вы? Держи. Вот. То есть можно как вот преподнести до экзаменатора, не расплескав, и вот сдал ему и пошел пустой. А можно, так сказать, своими знаниями прийти проверить. И если вы выдержали экзамен, значит вы с этими знаниями пошли дальше. Там есть экзаменатор, нет экзаменатора, знания-то у вас уже есть, и вы идете с ними. Речь-то идет о том, что вы должны обладать знаниями, их усвоить, они должны стать вашими. Не такими, которые можно узнать у преподавателя, а такими, которые являются вашими знаниями. И пока вот вы находитесь в положении студентов, вы находитесь в положении потребителей знаний, правильно? Но это потребление нужно не для того, чтобы их, так сказать, съесть и забыть, проглотить, как говорится, и затем потерять, память растает. А усвоение состоит в том, чтобы это запомнить на всю жизнь. Почему именно философские знания требуют запоминания? Потому что они применяются где? Везде. Нет таких вопросов, где бы
философия не давала бы пользу. Михаил Васильевич, вот вы сами сказали, что я была права. Да, я ради с этим спорил, когда вы всегда правы. Хотя у философов не количество знаний имеет, а даже наоборот, что не так много можно держать в голове, но то, что ты держишь в голове, очень надежно. Вот два философа спорят. Один говорит, я, а ехидно так другому говорит, я знаю мало. А второй говорит, а я знаю еще меньше. А первый говорит, а я ничего не знаю. А тот на него так посмотрел и говорит, а я и этого не знаю. И выиграл. То есть вот, как можно видеть. На самом деле, если я что-то не знаю, то я уже, когда говорю о чем-то, то я уже с этим соприкасаюсь, правильно? Я уже начал рассматривать это. Поэтому очень часто первое знакомление с чем-нибудь проходит в отрицательной форме. В отрицательной форме. И через отрицание идет движение к нему. Так, значит, общество мы знаем. Значит, социально-трудовые конфликты. Второе понятие, которое нас должно интересовать большое, это труд. Поскольку у нас социально-трудовые конфликты, вот, конфликты мы попозже о них поговорим, а вот что такое труд, мы должны на этом остановиться фундаментально. Но для того, чтобы на этом остановиться фундаментально, надо оттолкнуться от того, что не является фундаментальным. Поэтому я вам предоставляю возможность высказаться и, как говорится, свои поверхностные представления о том, что такое труд, сформулировать. А может быть, у кого-то есть и глубокие. Пожалуйста, кто что такое труд? Кто желает сказать? Труд что такое? Общественно-полезная деятельность. Общественно-полезная деятельность. То есть спорт, например. Человеческая активность во благо. А? Человеческая активность во благо. Человеческая? Активность во благо. Общение? Активность. Не понял. Человеческое, человеческое общение? Активность человеческая во благо. Ну, почему это обязательно труд? Возможно, изменение окружающей реальности, переустройство. Почему это труд? Вот раньше, что нет, кроме труда нет другой деятельности, что ли? Вам какое-нибудь доброе слово сказали во благо. Это что, труд, что ли? Даже наоборот сказать, неужели вам, а вы говорили, это труд тяжелый, вам что, трудно мне хорошее слово сказать? Нет, говорит, это труд, как я буду вам говорить, это трудиться надо, давайте зарплату скажу. То есть не проходит. Что такое труд? Да, конечно. Попробуйте. Это деятельность, направленная на производство материальных и духовных ценностей. Это грубая ошибка. Почему? Почему грубая? Потому что определения даются так. Надо сложное определять через простое. Так? Что сложнее, категория труда или категория производства? Маша, я сейчас спрошу вас, что такое производство, вы посыпитесь вообще. Созидание. А? Созидание. Ну так это просто высказывание о нем. Так вы замените еще. Это жучка есть собака. Это что, определение жучки? А полкан? Как же он, тоже собака? А ну. Полкан собака побольше. А бобик? А бобик тоже жучка. Собака. И кусается. То есть, надо дать определение. Определение должно быть такое, что оно одно выражала через более простое, правильно? Например, нельзя давать определение самоката. Самокат – это джип, у которого, так сказать, не четыре колеса, а два. И это вот вся эта вот шелуха, это сверху, это снято. Ну и поскольку это не обязательно мотор, то мотор тоже снят. И, соответственно, передача тоже снята. Ногой будем толкаться. А руль зачем вам круглый? Круглый? Лучше так держаться. Вот, вот то, что останется, и два колеса ставьте. Лучше поменьше, а то тяжело будет толкаться. Не счастаем, но режем. Будет самокат. Это хорошее определение самоката. Вроде бы оно идет от знакомого, но это неправильное определение, потому что определение должно идти от простого. Потому что наоборот, вот все такое, как появился там современный, современный автомобиль, он повторяет, особенно вот эти джипы, кареты. Правильно? Наоборот. А кареты – повозки, только крытые от дождя, там, от мороза, от прочего и так далее. То есть надо идти от простого к сложному. Да? Попробуйте. Это востребованная в обществе деятельность, вознаграждаемая зарплата. То есть, если я, вот вы трудились, зарплату не получили, то это не труд, по вашему же определению. Вы пришли, тихо-тихо-тихо. Вы у меня, тихо-тихо, спокойно. Вы у меня работаете. Проработали вы у меня месяц, пришли за деньгами. Я говорю, что такое? Вы все работали? Я работал. Трудился. А что такое труд?
Это, говорит, деятельность, которая вознаграждается. Так вот, я вознаграждать не буду. Значит, вы не трудились. Раз не трудились, вон отсюда, чтобы я больше вас не видел. Не занимайте мне время, не отрывайте. А разве не бывает случаев, когда человек трудится, а ему не заплатили? Разве можно в такое серьезное дело, как труд, связывать именно с тем, заплатят мне или не заплатят? А что, труд обязательно зарплата? А что, у крестьянина зарплата была? Крестьянин не трудился, а раб. У раба зарплата была, да? Он приходил, в конверте ему давали. Вот. В следующий раз придете, голову отрежу. Вот и вся зарплата. Ну как вы себе представляете, рабовладельческий труд? Ну что вы? Ну попробовали, молодец. Он пошел и спас всех остальных. Машу спас. Да. Труд – это не досуг. То есть это примерно так, я зову вас трудиться, говорит, мне не досуг. И уходите от труда в досуг. Правильно, да? Так ведь говорят. Ну вот из этого следует, что вот такая простая вроде бы категория, но она тоже требует обдумывания, размышления и выражения в понятиях. Вот труд – это, во-первых, целесообразная деятельность. Целесообразная. Можно ведь без цели что-нибудь делать. Болтать с ногами, ходить по коридору, болтать, да, и так далее. Все что угодно. Шуметь. Нет, труд это, во-первых, целесообразная деятельность. Но не всякая целесообразная деятельность труд, правда? Мало ли какие у вас цели. Вот меня же убить хотите, так смотрите на меня угрожающе. Говорит, такие вопросы задают, убило бы его. Ну, вот. Но это не будет труд. Труд – это целесообразная деятельность какая? По созданию материальных благ. А духовных? Каких? Духовных. Я еще раз говорю, определение труда такое. Это труд, в определении, которое дал Адам Смит, известный экономист английский. Классическое, это политэкономик создал. Эту линию продолжил Рикардо, и их определение воспринял Маркс. И это вот труд в определении Адама Смита – материально-производительная деятельность. Труд – это целесообразная деятельность по производству материальных благ. Вы тоже сказали производство, Михаил Васильевич. Да. А вы определите его? По созданию. Я неправильно сделал, у меня ошибка. У меня тоже бывают ошибки, Маша, и не меньше. Труд – и это очень хорошо, что вы это подметили, потому что это неправильно включать сюда производство по созданию материальных благ. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. У Маркса есть такое развернутое определение. Это труд, это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот такое. Обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. У Маркса лучше. У Маркса? Ну, неплохое. Лучше, чем у меня? У Адама Смита. А, ну, Маркс ведь не отрицает то, что сказал Адам Смит. То есть просто создание материальных благ – это ведь предполагает обмен веществ между человеком и природой. Так ведь их ведь приходится создавать или из, так сказать, девственной природы, да? Если там сбор, допустим, каких-то плодов, ягод, грибов. Или из очеловеченной природы. То есть из того, что создано природой, создается еще новое. То еще не то, что не было до этого. Вот это, так называемое, материально производить труд просто, или труд в политико-экономическом смысле, или труд в смысле определения Адама Смита. Хотя есть такое понятие, как труд в широком смысле. В широком смысле. Под труд в широком смысле – это любая полезная деятельность. Любая. Поэтому вот моя деятельность по преподаванию вам конфликтологии не является трудом, в узком смысле, в смысле Адама Смита, в смысле Маркса, в смысле материально-производительного труда. Никаких материальных благ я во время, по крайней мере, преподавания не произвожу. Я могу, конечно, взять лопату, если нам поручат, мы с вами пойдем и скопаем там, и посадим цветы. Это будет материально-производительный труд. Но наша способность к труду, и то есть рабочая сила, спит
В том смысле, что мы ее не используем. А деятельность, которая, скажем, вот у вас сейчас происходит, это деятельность по усвоению знаний, а моя деятельность по передаче знаний. А когда вы сдаете зачет или экзамен, то у вас будет деятельность тоже по передаче, а у меня будет, я как раз буду сидеть и слушать, что вы будете говорить, у меня будет в это время деятельность по усвоению знаний. Я перезвоню сейчас с лекции. Вот такая вещь. Что говорил, например, Цицерон по поводу ораторов? Говорит, вот столько достойных людей сидит, а один говорит, и он еще хочет, чтобы ему еще платили за это деньги. То есть само по себе это уже, так сказать, вот то, что человека слушают, другие молчат и слушают его, само по себе это награда для человека, правильно или нет? Поэтому, так сказать, нельзя сказать, хоть некоторые доказывают, что у преподавателей прямо ужасная работа. С одной стороны, она, конечно, она непростая, а с другой стороны, это нельзя сказать, что она неблагодарная, правда? Поздороваются, по крайней мере. Так. Так вот, мы будем с вами строго различать труд в политико-экономическом смысле и в широком смысле. А в широком смысле под понятие труда может подпадать все, что угодно. Правильно? Любая. Полезная, только полезная. А вредная деятельность не подпадает под понятие труда. Поэтому бандитам может быть очень трудно, когда они вас выслеживают и хотят зарубить. Но это, несмотря на то, что им это очень трудно, достается. Их или достаются те деньги, которые они у вас отбирают. Может быть, им придется даже за них подраться. Вот. Тем не менее, это под понятие труда никак не подпадает. Общественно полезное. Общественно полезное. Общественно полезное. Мы общество с вами уже определили. Поэтому у нас есть очень четкий общественно полезная деятельность. Вот то, что для общества полезно, потому что человек, только тогда человек, когда он выполняет свою общественную функцию, писал Маркс. Вот если вы не выполняете никакой общественной функции, то тогда вы под определение человека не подпадаете, Маша. То есть тут никуда не денешься. Даже если вы не согласны. Да, 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 так и есть. Во-первых, мы должны здесь себе дать отчет, это сейчас очень актуально в связи с событиями на Украине, мы должны все понимать, что мы так или иначе, все здесь присутствующие, через 100 лет нас не будет никого. Вот, то есть не только меня коснется очень быстро, ну и всех остальных молодых и цветущих, потому что людей, которые у нас живут, по 100 лет и более, хотя у меня есть знакомая такая вот Гавшина, которой 101 год, и она, так сказать, 102 есть. Я вот выступал у нее на 100-летие. Есть такие люди. Но средний возраст, например, мужчин в России 59 лет. А на пенсию выходят мужчины 60. И вот подходят к нему и спрашивают, вы какую хотите форму? Вот, так сказать, такая накопительная пенсия или не накопительная, да мне говорят, все равно какая. Меня-то это не касается, это вашей пенсии. То есть, конечно, когда мы говорим вот о деятельности, имеется в виду, что человек, именно как человек, он существует и как всеобщее, то есть все человечество состоит из конкретных людей. Нету такого общества, которое было бы вот отдельной абстракцией, там не из людей, все из конкретных людей. Но эти конкретные люди, они организованы в общество, и поэтому общество должно себя защищать. В том числе, скажем, сейчас оно должно защищать себя от фашизма. И то, что при защите от фашизма и раньше гибли, и сейчас гибнут, это тоже факт. Но только одни могут погибнуть героями, а другие всю жизнь будут где-то прятаться в кустах. И потом никто о них не вспомнит, их за человека считать не будут. Потому что эти люди, вот если они и погибли, они прожили короткую, но яркую жизнь и, так сказать, сделали то, что должен сделать человек, продвинул общество вперед. Вот они обеспечили. Вот некоторые говорят, вот там, значит, в Крыму уже хорошо, а вот на Юго-Востоке плохо. Да те, кто воюет на Юго-Востоке, защищают и Крым, и Россию. Или нет? Да. Да, Россию защищают.
А некоторые в России, там, на «Эхо Москвы», говорят, вот, а мы послали своего сына. Да никто не хочет потерять своего сына, и никто не хочет потерять своего мужа. Но все понимают, что если мы хотим защититься от бандитов, то надо идти с ними и бороться с кармой. Поэтому у нас есть внутренние, так сказать, соответствующие органы. И есть люди, и гибнут, и следователи гибнут, и судьи гибнут, и люди из правоохранительных органов. И в той же самой Чечне, и в Дагестане, и сейчас гибнут, да без всякой Украины. Или не гибнут. И идут туда, и рискуют, и гибнут. Для кого? Для себя? Нет, не для себя, для общества. Потому что общество должно себя защищать. И защищает его. И хотя, вроде бы говорят, вот отдельно военным там такие блага, сякие блага. А первое благо, которое получает военный, это раньше умереть. Это надо понимать. Поэтому не надо никогда жалеть для военных что-то, потому что они вот рискуют больше других. И сейчас, как там организована помощь того же самого Юго-Востока? Так и организовано. Люди берут отпуск и едут туда, как добровольцы воевать. Недавно приехал из Политехнического университета инженер, который ловил там диверсантов. Вот я его видел по телевидению. И другие люди, так сказать, едут туда. И там испанцы воюют, там воюют французы на Юго-Востоке за ополченцев. В то же время в правом секторе вы можете найти русских, которые приехали из России специально воевать вот против таких, как людей, которые, так сказать, сражаются на Юго-Востоке. А на самом деле сама ситуация, которая там, это ситуация, так сказать, борьбы с надвигающимся фашизмом. Каким? Украинским или американским? Американским. Потому что если мы скажем, что украинский фашизм, ну это, в общем-то, оскорбительно для Украины, потому что Украина такие потери имела и такие героические усилия в Великую Отечественную войну по борьбе с фашизмом осуществила, что это было бы совершенно в корне неверно. А то, что там есть люди, которые по, так сказать, указке и по заданию и при поддержке, так сказать, американского финансового капитала действуют, это факт. И финансируется соответственно, и организуется соответственно. Скажем, вот у нас страна и государство какое? Буржуазное. Но у нас государство сейчас буржуазное выполняет антифашистскую функцию. И в этих функциях его нужно поддерживать всячески. А не кричать, вот оно такое. Оно в чем-то оно плохое, там, и в этом, в том, и в другом. А вот в этом это положительная роль. А разве не было в Великую Отечественную войну, что одни империалистические государства, как Германия, они продвигали фашизм, а, скажем, Соединенные Штаты Америки и Великобритания... И их руководители Рузвельт и Черчилль были борцами с фашизмом. Да или нет? Нет. Да. Они были против германской экономической системы. Против фашизма они были. Они воевали с немецким фашизмом и итальянским. Что? Они это провозглашали, на самом деле. А вы знаете, как на самом деле? Они не знали. И Нюрнбергский процесс был не над фашистскими преступниками военными, а просто так. Ну и что? Ну и что вам этот авторитет в области философии, что ли, Черчилль? Авторитет в области философии, Черчилль. Да, а мы вот, у нас критерий другой. Мы судим людей не по словам, а по делам. Вот вы можете все что угодно говорить. Если вы что-то хорошее сделаете, мы должны вас похвалить. А вы можете ругаться при этом, все что угодно делать. Так и в отношении... Черчилль может все что угодно. Он известный антикоммунист, он может... И такое писать, и сякое, но фактически вот люди нам присылали грузы, присылали военную помощь, оказывали в борьбе с фашизмом американцы и англичане. Они не погибли на пути, их конвои не гибли, не тонули они в Северном Ледовитом океане, когда их топили немецкие, так сказать, подлодки. Тонули. И вот недавно встреча и памятник к этим конвоям сейчас в Ленинграде сделал. Я его не видел, видел только по телевидению. Что? Это солдаты, а не государство, Михаил Васильевич. Это вот это ваш язык, а не Маша говорит. Солдаты, а не государство. Государство предполагает солдат. Это главная сила, какая есть у государства. Насилие – это солдаты. Солдаты прежде всего. Прежде всего, никакого государства без солдат даже не бывает и быть не может. Это вооруженная сила. Вооруженная сила, машина насилия для проведения политики определенного класса. Без солдат, без армии никакого государства не бывает. Хотя бы в зачаточной форме. Поэтому, скажем, вот в Луганской и Донецкой республиках государство уже есть. Потому что у них есть вот вооруженная сила, которая позволяет отстаивать их свои позиции. Так.
Значит, возвращаемся к понятию труда. Труд в узком смысле – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Имеется в виду человечество. Не данный человек, не обязательно, что он сам все это съест и потребит, это для людей. То есть результаты труда – это очеловеченная природа. При этом в ходе труда используются средства. То есть между собой и природой какую-то материю, какой-то материальный продукт помещает тот, кто трудится, рабочий или работник помещает. И вот поместив вот это средство, он преобразовывает природу. Это может быть самое простое средство, какие были раньше, там мотыги, ножи. А постепенно это стали сложные инструменты, машины, как сейчас, средства производства. Средство труда. То, над чем ведется труд, называется предметом труда. Есть предмет труда, есть средство труда, есть человек, который трудится. Человек, который трудится, если материально производительный труд, это рабочий или работник, мы говорим. Существует в политической экономии, которая специально занимается этими вопросами, такое понятие, как производительный труд и непроизводительный. Значит, если взять вот это определение или это высказывание, то это не надо понимать так, что есть, что непроизводительный труд ничего не производит. Потому что труд, если это целесообразная деятельность, то какую-то пользу он дает. Имеется в виду, что труд непроизводительный, если он не производит материальные блага. Поскольку условием человеческого существования, условием существования общества является производство материальных благ, то есть люди, которые создают вот эту основу существования общества, материально-производительные работники. Или люди, которые занимаются трудом в политико-экономическом смысле. А есть люди, которые эти материальные блага потребляют для того, чтобы жить, это все дети, пенсионеры, инвалиды, интеллигенты, допустим, врачи, учителя, артисты, художники, поэты и так далее. То есть все они могут существовать и творить при одном условии, что кто-то в это время создает там капусту, морковку, свеклу, мясо, хлеб и так далее. И кто-то там не любит, боится там, сказать, на кого-то наступить, а кому-то приходится теленка зарезать или эту самую свинью, что это не очень приятно, чтобы сделать потом сосиски из нее. А, дескать, сосиски мы отвариваем запросто каждый. При этом мы гуманисты, и мы этих не забиваем ни коров, ни телят. Но нам, пожалуйста, дайте из молодых бычков пельмени с мясом молодых бычков. Вот та специальность, которая у меня, и на которую вы готовитесь, поскольку вы прикладные философы, она не предполагает, что мы будем производить материальные блага, а это накладывает на нас дополнительные обязательства, что поскольку мы материальные блага не производим, так бы не важно, что мы говорим, если мы кому-то, кого-то кормим, содержим или одеваем, то не важно, что мы там о чем рассуждаем при этом, но мы уже общество обеспечиваем. И мы вносим вклад в развитие общества. А если мы вот понятия не знаем, а являемся интеллигентами, то есть мы в этой сфере находимся, в сфере понятий, и понятия не знаем, ну тогда, извините, мы тогда никто. Поэтому вот от нас требуется соответствующее развитие, безусловно. Потому что мы должны принести вот тем людям, которые занимаются материально-производительным трудом, свет знания. И вот это соединение труда материально-производительного и труда духовного позволяет вообще, так сказать, развиваться обществу. Но общество стало развиваться после того, как появилось разделение труда еще при рабовладении, когда появились жрецы и, так сказать, люди, которые стали заниматься науками и искусствами. Хотя даже первобытные люди тоже в какой-то мере занимались искусством и обдумывали свою жизнь, о чем свидетельствуют наскальные рисунки. Правда? Что они что-то рисовали. Сейчас наскальные рисунки называются граффити. Те люди, которые остались на первобытном уровне и хотят быть художниками, но не имеют такие способности, они толстыми линиями о себе заявляют везде. Стоит только где-нибудь покрасить какую-то стенку, тут уже туда они являются и сразу. И тут они, да. Да, наскальные рисунки высокого, потому что наскальные рисунки – это было начало великого искусства человеческого, которое сейчас есть. А вот это вот отбросы искусства
которое сейчас называется граффити. И оно поэтому получило широкое распространение, как всякое барахло. И всегда барахла всегда много, а хорошего мало. Так вот, мы должны, когда думаем о себе, мы конфликтологи, должны думать, чтобы мы не превращались в такое барахло, которое не знает. Это вот наша специальность. А? Не каждое граффити есть барахло. Конечно, не каждое. И всегда из любой барахолки можно что-нибудь там сгоношить и что-то сделать. Конечно, я согласен. Да, некоторые даже вот даже дальше развивают, говорят, вот в каждой куче навоза есть зерно. Можно, значит, взять зерно, достать, промыть все, потом просушить, потом его размолоть, сделать муку и сделать пирожок. А есть дураки, которые сеют прямо вот зерно, прямо на полях с тракторами, убирают и едят хороший пышный хлеб. Это дураки. А умные люди, они вот копаются в этом дерьме всю жизнь. Так что, конечно, я согласен, всегда во всем можно найти, во всяком барахле, что-нибудь хорошее. И это вот диалектика об этом учит, потому что если вы взяли одно положение, всегда подумайте, второе положение, противоположное, ведь тоже имеет смысл? Имеет. Я сразу с вами соглашусь. Конечно, давайте, вперед. Только надо понимать, что для того, чтобы стать художником, надо учиться в художественной школе, нужно заниматься, нужно рисовать, нужно тратить времени очень много труда потратить. Труда не в политико-экономическом смысле, а труда на то, чтобы руку набить, чтобы, так сказать, краски смешать, чтобы образ передать. И это большое очень дело и требующее большого труда. Например, вы же знаете про Незнайку, тоже не хотели его слушать, вот его музыку. Он зато очень громкую музыку делал, она не понравилась. А оказывается, надо там долго учиться, чтобы стать скрипачом. Я вот, например, пробовал на пианино играть. У меня дядя даже композитором был. Я поиграл немножко, понял, что я могу научиться играть, и на это дело оставил. И поэтому изображать из себя композитора не буду. Но стучать по клавишам я могу, если что. Если так стоит вопрос, шума я могу наделать очень много. И сказать, что вы не понимаете мою музыку, вы не доросли до моей музыки. Хотя надо знать, что вообще в музыке главное, так сказать. Как есть в науке идеи, так и в науке, в музыке мелодия главная. Человек не может ни одной мелодии создать. И что-то там, он может что-то аранжировать. Ну, то есть он, мяса нет, он может только к нему картошку приготовить. И претендует на шеф-повара. Итак. Вот это вот деление очень важное. Почему так важно деление на производительный и непроизводительный труд? Потому что в основе, а мы с вами это изучали, человеческого развития лежит производство, воспроизводство материальных благ. Материальное производство. Поэтому мы не должны смешивать. Не недооценивать, здесь не об этом идет речь, не об оценке. А смешивать не надо труд материально-производительный и труд по созданию духовных ценностей и благ. Наличие первого есть предпосылка второго. И совершенно понятно, что вот место, скажем, первого труда по производству материальных благ будет все время сужаться при всей важности и роли ключевой, а, скажем, сфера непроизводительного труда по мере того, как повышается производительность труда, и все меньшее количество людей может кормить все большее количество людей, может расширяться. Но это может быть по-другому. Вот две дороги были вот в СССР, возможные при социализме. Одна дорога – не увеличивать количество людей умственного труда, а увеличивать свободное время лиц, занимающихся производительным трудом, чтобы у них было 7 часов, потом 6 часов труда, потом 5 часов труда, потом 4 часа труда. И вот то, каким является человек, определялось бы уже не тем, что он делает в свое рабочее время, а тем, что он делает в свободное время. Если человек 4 часа вот занят материально-производительным трудом, а 6 часов играет на скрипке, то он скрипач. К сожалению, у нас движение пошло не таким путем. А по линии, дескать, давайте повысили производительность, а сократим число рабочих. Время надо увеличивать свободное рабочим. В программе РКПБ стоял такой пункт, который Ленин написал и которая была принята в 19 году. В дальнейшем при общем росте производительности труда переход к 6-часовому рабочему дню с обязательством для каждого
работника 2 часа ежедневно уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. Вот как представлялось, так сказать, Ленину, что не должно быть так, что это вечное разделение на людей физического или умственного труда, а наоборот сближение, то есть люди физического труда все больше занимаются трудом умственным. А, кстати, про людей умственного труда Энгельс говорил, что никто не должен перекладывать свою долю физического труда на плечи других. И сам перекладывал. Да, и сам перекладывал. Но не должен перекладывать. То есть он должноствование же употребил. Правильно употребил? Категорию, правильно? А вы хотите, что все-таки должен, да, перекладывать? А Энгельс считал, что не должен. Поэтому, скажем, тот же Ленин, сказать, участвовал в субботнике и тащил бревно. Хотя, так сказать, он был большим теоретиком. И ничего страшного не будет, если, скажем, какой-нибудь профессор почистит картошку, он не умрет. Мы наблюдаем, что иногда люди, которые становятся доцентами или профессорами только за счет того, что они ничего-то не делают там дома, они являются не очень крупными учеными, потому что они только на этом, вот, на экономии только времени, но не на способностях себя держат. Все же мы занимаемся материальным производительным трудом. Кто дома там? Кто-то подметает, кто-то стирает. Правильно? Это что? Это материально производительный труд. Картошку вычистить – это какой труд? Это мысли Адама Смита. Причем какой-то мелкий. Стирка, машинная теперь, если это на машине. А если не машинная, ручная. Скажем, а если дети маленькие, чего будете там все в машине стирать? Я, например, стирал все время. Выжимал, потом как-то меня на Невском стали проверять, говорит, как, сколько вы выжимаете, так удивились так много, а я потому что все время выжимал. Так что вот Энгельс прямо писал, что не надо перекладывать на плечи других свои доли производительного труда. И вот эта проблема различия между людьми физического и людьми умственного труда, это проблема, которая с переходом к социализму не разрешается. И в «Великом почине» Ленин писал, что преодоление различий между людьми физического и людьми умственного труда – это дело очень долгое. Точно так же, как преодоление различий между городом и деревней. Надо, чтобы, значит, не увеличили просто количество городов, а думали о том, как, сказать, обеспечить городскими удобствами сельские, сказать, поселения. И как культуру привести в деревню. Вот что сделали с расширением Москвы, чего получили, что получили? Те люди, которые попали в новую Москву, это по отношению к той части, которая была старой Москвой, и еще две части, это люди стали получать тоже на 20% больше зарплату, как москвичи. К чему это стало приводить? И эти люди стали участвовать во втягивании новых людей в Москву, и чтобы Москва дальше расширялась. В ней так уже 12 миллионов. И вечно, так сказать, существуют проблемы, там и транспортные, и прочие пытаются уже, метаются, не знают, куда парламентский центр деть, куда его деть, куда убрать. Вот они еще будут по Москве двигаться с одной бумажкой из одного учреждения в другое. Также можно и всю Россию сделать столицей, давайте все объявим Москвой. У нас был такой философ на философском факультете, доцент Рюмин, он говорит, давайте лучше столицу перенесем, допустим, в Магадан, пусть там тоже люди поедят. Вот у нас же уже был такой опыт. Как вы думаете, когда перенесли столицу из Петербурга в Москву, все бюрократы петербургские, все остались здесь. А там наросли новые теперь. Конечно. Конечно. Поэтому иногда это позитивное имеет значение. Это тоже большая проблема. И вот не есть такие люди, в том числе и в области политэкономии, в области философии, которые пытаются умственный труд на том основании, что он полезный, как будто бывает вредный труд. Труд всякий полезный. Труд – это полезная деятельность, обязательно. Если она не полезная, то это не труд. На этом основании пытаются объявить его производительным, чтобы получилось так, что вроде как не рабочие, не крестьяне содержат всех остальных, не обеспечивают материальные блага, а как бы наоборот. Вот мы, профессора, всех содержим, и вас, и ваших родителей. Да? Но мы же квалифицированные. Вам кто-нибудь давал звание профессора? Бак вам присуждал? Нет, он мне присуждал. Вот видите как? А вы пользуетесь моими знаниями.
Ну, так кто кого эксплуатирует? Вы меня эксплуатируете тогда. А я бедный, несчастный профессор. Вытянули из меня все знания. Ну, тут разные бывают концепции. У нас есть концепция конспирологическая. Все вроде как шпионы. Потому что я на экзамене хочу узнать, что вы там выучили. То есть я как бы шпион. А вы сейчас сидите и хотите узнать, что я знаю про труд. Значит, вы сейчас шпионы. А вы вообще шпионка. Вы от какой организации? МИ-6? Евразийский союз. А, ну я понял. Михаил Васильевич, зачем вы так скажете? Конспирология вообще нет. Ну, вы хотите совсем скучные, чтобы лекции были? Я же должен тоже думать. Люди иначе умрут на лекциях. Я же должен думать о том, что вы не... Я как бы врач. Мне что же надо? А как? А вот надо думать. А вы думали что? В каждой шутке есть доля шутки. Не все же в шутке, только шутка. Но это на самом деле очень серьезно. Кто хочет в этом серьезно разобраться, вот у нас мы с своим коллегой, который работает заведующим кафедрой экономической теории Нижегородского университета, Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, мы с ним написали такую книгу «Философия производительного труда». Она, можно ее скачать с сайта Фонда Рабочей Академии. Фонд Рабочей Академии, библиотека. И там можно, так сказать, если кто хочет в этом вопросе больше разобраться, вот там есть все необходимое. «Философия производительного труда». Золотов, Попов. Там даны все определения и рассмотрены разные точки зрения по этому вопросу, на которых я уже останавливаться не буду. Будем считать, что мы вот на сегодняшней лекции выяснили, что такое труд, и всего из названия нашего курса выучили два слова. Социально-трудовые. И остался у нас вопрос о том, а что такое конфликт. Вер, что такое конфликт? Несмотря на то, что вы все умудренные, так сказать, опытом и знаниями конфликтологи, я предлагаю вам подумать на эту тему, и в следующий раз мы начнем с того, что я вас спрошу. И хотелось бы, чтобы на этот вот вопрос, но вы уже, наверное, представляете, что я, как вы говорите, придираться буду, да? Вот, чтобы вы просто какую-то туфту-то не давали там, чтобы конфликт – это вот что-то хорошее такое. Это мне однажды сказали, не вы там мне сказали, что это встреча двух мнений. Я говорю, ну, мнения встретились. Люди там сидели по углам, а мнения встретились вот здесь, в уголке. Это вот мне сказали студенты. Я думаю, что не вы. Я так плохо не мог о вас подумать, Маша. Ну, мне сказали студенты. Это... Я говорю, что такое конфликт? Встреча двух мнений. Да. Или, допустим... Конфликт – это разногласие. Мы вот с вами спорили сегодня немножко. Спорили. Это что, конфликт? Ну, у всех такие были конфликты. Ничего себе конфликт. Милые бронятся, только тешатся. Поговорка такая существует, правильно? Поэтому конфликт – это не просто разногласие. Мало ли что у нас разногласие. Всякое обсуждение предполагает, вы свое, я свое. Мы, так сказать, друг друга убеждаем. Это разногласие, правильно? Постепенно мы приходим к согласию. По всем вопросам. Ну, вряд ли по всем. По некоторым вопросам приходим, по другим не приходим. Почему это конфликт-то? То есть надо дать такое определение, чтобы до него подпадал именно конфликт. Тем более, что, вот скажем, правоведы наши дорогие и государство, оно, значит, сначала выпустило закон, был союзный, о порядке разрешения коллективных трудовых споров, в скобках конфликтов, потом решили, да, и... Выкинули слово «конфликт» и написали о порядке разрешения коллективных трудовых споров. И слово «конфликт» там не присутствует. Красота. А в жизни оно, это понятие практики, присутствует не как понятие, а как суровая действительность. И нам приходится с ним разбираться. Так, вопрос есть ко мне? Да, давайте. Не надо крутить это. Мы видели, что вы ломаете технику. Какой вопрос у вас? Если вы договоритесь, значит, ваша организованная преступная группа, которая подрывает устои науки. Все, давайте заканчиваем. Давайте. Получается, что общество не одно, а их много, потому что вот солдат, он умер за наше общество, нам выгодно, нам пользуется. А американское общество нет. Почему не? Когда мы говорим об обществе, вообще говоря, мы не берем конкретно американское или российское, тогда мы должны говорить «Россия» или «Соединенные Штаты Америки».
Это называется страноведение. Философия не занимается страноведением. Для этого есть история. Она занимается. То есть как появляются эти всеобщие законы в конкретных странах, в конкретные моменты развития. А если мы говорим об обществе, мы имеем в виду всех людей и все люди. И уж вы, наверное, американского здесь едите, вот так. Кока-колу пили, пепси-колу пили. Где его производят? Производят здесь. Из нашей водопроводной воды. Вот почитайте, там мелким шрифтом написано «Пепси-кола». Вода, очищенная вода, муниципальный источник водоснабжения. А Кока-кола – это очищенная вода централизованного источника водоснабжения. То есть все из-под крана. Ну вот там, вот, напротив аэропорт стоит завод, который вот из-под крана льют, немножко очищают, наливают и вам продают. А вы говорите «общество». Мы тут все вместе. А самолеты какие у нас? Свое производство уничтожили, у нас одни «Боинги» летают. И «Аэробусы». Почти. О чем вы говорите? Сходите в «Макдональдс», покушайте американской еды. Идите, идите. Спасибо за внимание. Хорошо.